Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам популярные мифы о поведении собак. Собаки живут бок о бок с человеком уже не одну тысячу лет. Люди привыкли к лающим питомцам настолько, что, казалось бы, знают о них все. Однако до сих пор существуют заблуждения относительно характера и повадок этих животных. Итак, представляем вам 5 популярных мифов о поведении собак. Первый миф в нашем списке – чем старше собака, тем сложнее ее обучить. Такое мнение не имеет научного подкрепления. Физически пожилые собаки могут уступать молодым, но с умственными способностями у них все в порядке. Более того, возрастные собаки более мудры и спокойны, в отличие от молодых. Они лучше концентрируются на предмете обучения. При грамотном подходе и правильной мотивации прекрасно обучаются даже очень пожилые питомцы. Многие хозяева уверены, что собак ни в коем случае нельзя пускать к себе на постель, диван или кресло, чтобы не пробуждать в питомцах стремление к доминированию. Однако, как утверждают эксперты, собаки любят и ценят близкие телесные контакты со своими владельцами. Некоторым питомцам жизненно необходимо свернуться калачиком рядом со своим хозяином или прижаться к нему. Если собака избегает общества людей и прячется, значит, у нее было тяжелое прошлое. Еще один миф. Лающие могут вести себя подобным образом по целому ряду причин. Например, некоторые питомцы изначально робкие и боязливые от природы. Также важно заметить, что многие собаки с рождения обладают повышенным уровнем тревожности. Существует мнение, что собаку из приюта нельзя воспитать и переделать под себя, но это не так. Собаки все понимают и ценят доброе к себе отношение. На добро они всегда стараются ответить добром, поэтому они всегда стремятся угодить и понравиться хозяину, который забрал их из приюта. Есть множество историй, когда из приютских собак получались чудесные питомцы, которые расцветали в новой семье при добром к ним отношении. Многие люди уверены, что собакам обязательно необходимо общество других собак. Однако далеко не все лающие чувствуют себя хорошо в компании себе подобных. Многие питомцы охотно предпочитают другим лающим общество своей семьи и даже не пытаются наладить контакты с другими собаками. Поэтому не стоит насильно заставлять своего любимца находиться в компании других собак, если он не хочет. Теперь вы знаете самые популярные мифы о поведении собак. Помните о них при воспитании вашего питомца. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!